Международный уголовный суд, МУС, отклонил ходатайство о временном освобождении из-под стражи бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо по состоянию здоровья, сообщает агентство Рейтер. Судебный процесс над Гбагбо и главой поддерживавшего его ополчения Шарлем Блегуди начнется 10 ноября 2015 года. Гбагбо был доставлен в МУС еще 30 ноября 2011 года. Его задержали по подозрению в преступлениях против человечности во время вооруженного конфликта в стране в 2010-2011 годах, но обвинения против него были подтверждены лишь в июне прошлого года. Изучив показания 108 свидетелей и более 22 тысяч страниц документов, а также аудио- и видеоматериалы, Палата предварительного делопроизводства МУС решила, что Гбагбо может нести ответственность по четырем обвинениям – в убийстве, изнасиловании, попытке убийства и в преследовании. Вменяемые ему в вину преступления, как предполагается, были совершены подконтрольными ему силами в экономической столице Кот-д'Ивуара Абиджане во время демонстрации в поддержку его политического оппонента и при манифестации, а также при минометном обстреле густонаселенного района города.